С 5 по 11 августа в городе Красногорск прошел международный фестиваль современной этнической культуры «Руссвет». Ансамбль «Мырзакан» представил Республику Абхазия и показал 4 народных танца и 4 песни. Для ансамбля выезд в Красногорск стал первым за пределы республики. Художественный руководитель «Мырзакана» Иракль Джумутия рассказал корреспондентам «Галмедиа» о том, как это было. Форум включал в себя два фестивальных дня. Именно фестиваль был организован, сам форум был организован Россотрудничеством, представительством Россотрудничества в разных странах. Конкретно в нашем случае это Россотрудничество в Абхазии, за что хотел бы отдельно поблагодарить Дмитрия Геннадьевича Федотова, Воуба Мадину за организацию нашей поездки на этот фестиваль. Про фестиваль могу сказать, что было организовано на высоком уровне. Была одна недельная программа, которая была очень насыщенная. Не только мы выступили, как говорится, станцевали, спели, а также много познавательных программ включало в себя этот форум. У нас были разного рода встречи, была деловая программа, знакомства, посещение концертов, мы ознакомились с историей России, с историей Москвы, нас возили по усадьбам, князей. Хочу отметить тот факт, что для нашего коллектива это был первый выезд за пределы Республики Абхазия, и где для нас это большая честь, что на таком мероприятии, на уровне такого мероприятия мы смогли, именно наш ансамбль «Мырзакан» представил свою страну, свою республику, нашу Абхазию. Данная информация о проведении фестиваля к нам поступила, как я ранее говорил, от Россотрудничества. Это поступило в нашу администрацию, конкретно отдел молодежи и спорта Бачуки Ихвая, который очень содействовал нашему выезду, за что ему тоже хочу отдельно выразить слова благодарности. Помог, проинформировал. Много моментов организационных он брал на себя, и ему за это хочу сказать отдельное спасибо. Также у нас были проблемы с паспортами, нам помог в этом администрация помогла. Также какую-то расходную часть, финансовую часть, также наша администрация взяла на себя, так что в лице Константина Эдуардовича Пилия, Ковида Урова Димовича, Куртава Чусанардовича, хочу поблагодарить всю администрацию за оказание помощи для участия в этом фестивале. Первый концертный день ансамбль «Мырзакан» открыл свое выступление с абхазским народным танцем. Второй день мы также станцевали адыгский танец, ляпарисе и горский танец. Мы были рады представить Абхазию на таком серьезном фестивале. Нас пригласили на фестиваль в город Подмосковье, город Красногорск. Это проект, который называется «Руссвет», включающий в себя фестиваль международной современной этнической музыки, который объединил между собой 13 стран, около 20 регионов и более 300 участников, если я не ошибаюсь. Данный проект – это, я бы сказала, такой межнациональный творческий диалог, в котором каждый участник
показывает свою культуру, представляет свою страну, показывает свою культуру, где наглядно видно, насколько мы все разные, но есть одно общесвязующее звено – это творчество, которое нас объединяет и делает нас едиными. Наш ансамбль представлял Абхазию в качестве почетного гостя. И самым приятным, наверное, впечатляющим было то, что нас очень ждали, и сказать о том, что нас просто тепло принял зритель, это не сказать ничего. Эмоции, энергетика была просто невероятная. Мы выступили с гордостью под абхазским флагом, показали свое творчество, представили свою страну. И после окончания нашего выступления к нам подходили представители разных стран, организаторы со словами благодарности, с новыми идеями, с проектами и с предложениями о сотрудничестве. И это очень приятно. Конечно, впечатления самые яркие, позитивные от всего происходящего. И одни эмоции только, конечно, положительные. Участие ансамбля организовано представительством Россотрудничества в Абхазии. По признанию всех участников коллектива, их встретили с особенным почетом и уважением. За время нахождения в Красногорске для участников форума была подготовлена недельная программа, которая была насыщенной и интересной. С 5 по 8 сентября ансамбль «Мырзакан» будет принимать участие еще в одном фестивале в городе Рязань. Ребята активно готовятся к выступлению. Кристина Жвания, Борис Сацуа, Галмедиа.